Это сложно. И в финале обычно на Олимпиаде люди не показывают своего лучшего катания. Ну, показывают, но редко. И вот... Боятся ошибиться, что ли? Да. Боятся ошибиться, немножечко подстраховываются, чуть-чуть вот где-то... Леш, ну мы ничего не боимся. Чего? Мы не боимся. Не боимся. И вот так они... Куда? Неправильно. Веди, веди, поднимай ее, левую, поднимай. Вот. Другое дело. Да что ж ты делаешь-то? Я умыл. Что ж ты под музыку-то творишь вообще? Мы нашли в себе силы полюбить друг друга последний раз на одну неделю. Очень красивая музыка. Евгения Доги к фильму «Мой ласковый и нежный зверь». И мы одновременно с Алексеем, услышав ее, решили, что мы будем катать. История родилась сама собой. Нет, вот у тебя рука немножко, она как бы остается вот здесь, вот в стороне. И вот теперь смотри, вот ты держишь эту руку, и вот просто ее сжимаешь, вот. Все. И вот к ней можешь вот, вот так вот, нет, даже не вот губами, вот так, вот. Как будто, знаешь, как будто согреть хочешь. Да. Несмотря на то, что это финал, впервые мы вообще не думаем об оценках и да? Не думаю. Как можно думать об оценках, когда я засматриваюсь, как ты живешь на льду? Мне все равно, потому что это настолько завораживает, и это так красиво. И я думаю, потом я начинаю думать, а как же делать поддержки? Да, как делать поддержки. Так что нужно держать себя в руках. В общем, нравится. Нравится то, что мы делаем, и надо еще достойно выступить. Катя и Леша выбрали вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», композитор Евгений Долго.
Замечательный номер, не правда ли? По-моему, Катя с Лешей исполнили гимн «Весне и любви». Так радостно все было по ходу номера. И вот то, что Катя ушла, тот образ, та роль, которую Катя исполняла на льду, потребовала, чтобы она ушла в конце танца, не убеждая. Не, никуда она не ушла. «Весна и любовь», они остаются с нами. Спасибо Алексею Тихонову, который весь номер показывал, как нужно правильно относиться к любимой женщине. Спасибо, Леша. А вам, уважаемые телезрители, я просто очень хочу напомнить, что несмотря на то, какие бы оценки, высокие, низкие, не выставляло нашим участникам строгое жюри, все равно главное жюри для нас – это вы. Не стесняйтесь, голосуйте. По итогам вашего голосования любая из пар может подняться в нашей таблице на самое высокое место. Я не кривлю душой. Действительно так. Пока идет ваше голосование, и до тех пор, пока оно не закончится, победителя проекта мы не назовем. «Ледниковый период» — это шоу для вас, дорогие телезрители. Вам и решать, кто вам больше всех понравился. Это достойно финала было. Успели, да? Это достойно финала. Нет, все отлично. Нет. Лешечка, молодец, очень достойно. Очень достойно. Спасибо. Красивый номер получился. Молодцы. Чуть-чуть там.